Это первое мероприятие, позволяющее столь масштабно подойти к решению проблем работающей молодежи. За одним столом собрались представители 15 регионов Центрального федерального округа. Основная задача – выявить актуальные проблемы и, выслушав каждого из участников, попытаться совместно найти возможные решения. Мы хотели бы обсудить, какой есть опыт работы в данном направлении и у органов исполнительной власти, курирующих молодежную политику в регионах, у молодежных советов объединений профсоюзов. Ну и, конечно, потом по наработанным предложениям и замечаниям принять резолюцию, которая послужит таким вот началом для принятия каких-то других документов, может быть, каких-то программ, проектов. Открыл форум заместитель губернатора Брянской области Александр Жигунов. Он подчеркнул особую значимость мероприятия и готовность власти к поддержке молодежи и в трудоустройстве, и в обеспечении жильем, и в предпринимательской деятельности. Здесь собираются ребята, которые работают на производстве, которые занимаются не только становлением нашей экономики, но и находят время для такой активной общественной позиции. И что здесь 15 регионов центра России вместе объединяются, передают друг другу идеи, делятся опытом. Это очень здорово. И это уникальная площадка для того, чтобы молодые ребята взаимодействовали между собой. В ходе форума было рассмотрено множество предложений по решению возникающих проблем. Большинство из представителей других регионов поделились своим опытом. В итоге через взаимодействие различных ветвей власти и с привлечением работодателей будут найдены методы, которые позволят сдвинуться с мертвой точки и приступить к активным действиям по решению проблем работающей молодежи. Екатерина Зойдина, Владимир Сидоров, события Жуковка.